чемпионата среди дублирующих составов между футбольным клубом «Гомель» и футбольным клубом «Спутник» «Речица». Пожелаем удачи играющей сегодня команды. Начнем с гостей. «Гомель» опасно. Продолжается атака. Удар. Кирилл Котов спасает. И пообещал, что будет разбираться в ошибках. Опасно, ошибается центральный защитник Петр Скурский с мячом. Удар. Ой. Отлично. Опасный удар в исполнении Кирилла Петрачкова. Если немножко... Опасно, опасно пробивал Богданов. Отличный пас на Скурского. Петр не обыгрывает вратаря. Котов. Кирилл Котов валит на Петра Скурского, и судья назначает пенальти. Петр Скурский. Удар. Гол. Гомель. 1-0. Отличное начало для подопечных Андрея игроков «Речицкого Спутника». Ошибка. Ошибается Царенко. Воробьев. Воробьев с Анисковичем. Отлично. Наумович переводит мяч на угловой. Очередной квартал. Плохо. Отличный пас на Скурского. Скурский удар. Котов выключает свою команду. Ну так. С опасными моментами. Если брать общую картину, то пока Гомель явно превосходит Речицкий Спутник. Но Спутник не сдается. Опасная атака Гомеля. Удар. Пока в центре поля. Балуев. Опасно партнера. Опасно. Пробивает Наумович. Намертво. Забираю Ильичичан. Воробьев с мячом. Проходит. Опасно. Опасно. Назначает пенальти Спутника. Готовится пробивать. Это Воробьев, по-моему. Удар. 1-1. Не спасает Гомель Александр Наумович. Скурский 2-1. Забивает Петр, делает дубль в этом матче. Отличная комбинация Гомеля. Приводит к второму взятию ворот. Отличный, красивый гол. Тозик. Пас на Воробьева. Навес. Царенко выбивает мяч. Торпеза не успевает. Болят. Ну, Владиславе. Опасно. Наумович. Именно Петрачков начал. Опасно пробивал, но Кирилл потом. Один остался Александр Анискович. Проверяет Кирилла Котова. Опасно. Начало второго тайма. Балуев. Потому что это вызывает некоторое недопонимание. По ходу игры. Фланговая атака Спутника. Воробьев. Опасно, Наумович. Никите Тробякову. В раздевалку. Получив красную карточку. Наумович отлично играет на выходе. Выбивает мяч. Сидляров отлично. Сидляров почти выход 1-1. Будет пробивать. Гол! Сидляров, отличный гол. Отличный, отличный. 3-1. Гомель забивает в меньшинстве. Отметим не только красивый гол. Мячом. Сидляров против, против Задорожнего. Снова такая же атака, как и была при взятии ворот. Что придумает на этот раз? Да, идентичная атака, которая... Сотников. Неудачно играет. Опасный удар. Тозик. Царенко перехватывает мяч. Идет атака Гомеля. Три игрока помогают Царенко по флангу. Царенко навес. Петрачков. Удар. Котов забирает намертво мяч.
Аплодируют. Быстрая атака Гомеля. Александр Наумович отлично забирает мяч в падении. Кирилл является центральным нападающим, так что это замена по позиции. Опасный удар спутника, то мы не видим уже Вукманича. Думаю, что одного тайма ему было достаточно. Опасный удар в исполнении Кирилла Петрачкова. Выйдет вместо Кирилла Петрачкова. Должен задуматься о сменах. Рубаков. Опасно. Наумович, штрафной судья. Быстренько разыгрывают игроки Лечевского спутника. Опасно. Прострел. Наумович забирает мяч. Перехватывает мяч. И тут же его теряет. Воробьев. Воробьев смещается. Удар. Штанга.